Всем привет, всем добрый день еще раз. Немного хотела сказать о юридических услугах. Я не только занимаюсь консультированием, я предоставляю услуги юридического консалтинга, это обслуживание юридических лиц. Но, можно сказать, вот так себя и прорекламировала. Хотя очень многие, моя реклама идет на Европе Плюс, и в связи с этим другие рекламные агентства всегда слушают и звонят, и также предлагают сотрудничество. Но каждое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, поэтому реклама, очень много рекламы в том случае, когда идет много клиентов. Но сама юриспруденция, она не говорит о том, что будет много рекламы и будет много клиентов. Поэтому я придерживаюсь принципа вот очень такого простого. Клиенты сами найдут себе своего юриста. Вот так вот. Всем удачного дня, всем пока.